Всем привет, дорогие друзья, с вами Билл. Мы продолжаем проходить игру Mortal Soul Suspect. И знаете, что самое смешное? Как только я включил игру, нажал продолжение, мой персонаж заспавнился лицом в стенку. Нормально вообще, да? Ну, хорош угорать, у нас тут серьезные дела ждут. Мы должны отправиться в психушку, собственно. И там допросить, наверное, допросить одну жертву. Убийцы, наверное. Что-то музыка резко установилась, у меня понизилась FPS. Так нельзя, ребят, так нельзя. Так, я обошел самую непроходимую стенку в мире. А, я что, пыхаться умею? Чё я туплю? Мы же вчера вчера ролик вышел, мы ж научились тпкаться. Да. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыт и врачи увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. О, она уже тут как тут. Готова? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Не говори. Ну, это все-таки намного лучше. Хотя тому, кто с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно. Хотя я помогу узнает? Тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и добрый не забывай, день. Кто тебе дверь открывает, умник. Да. Хотя кто его знает, может быть, главный герой является лишь фантазией нашей Джо. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Давайте. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да вообще уже офигела. Да, я ходила. Они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Пацанчик нарисован. Будем сейчас как-то влиять. Изучить. Мальчик на костылях. Изучить. Девлик из четырех. Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. Убийца безумен. Подожди, подождите, игра зависла. А, все отвисло, все нормально. Он взял и тупо шел к стенке, непонятно почему. Ладно, давайте повлияем. Повлияем. Пацан на костылях. Ох, сынок, сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Подожди, я должен собрать бонус. Бонуса нет. Так, посмотреть на монитор. Чё? Да ну зачем мне динозаврик? Да, на монитор. А, я ж могу это... посмотреть. Шизофрения. Это не то, что мне нужно. Обычно все ответы внизу всегда.
Она в палате 216. Джори, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Так, детка. Путь свободен. Так, так. Мы должны поторопиться, пока ее не начали пытать. Чё же я постоянно забываю, что это пэхаться умею? Я ж теперь красавчик. Я призрак тысячного левела. Фигак, фигак. Не-н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 е. Опять какой-то бонус. Посмотрите, вот тут призраки, да, призраки, все дела, ой, я не могу пройти. А вот сейчас смотрите прикол. Не понял. Блин, блин. Хотел показать прикол, и ничего не получается. Ну ок. Так, я какой-то фигней занимаюсь, давайте уже пойдем туда, куда нам надо. Камера, вон там. А, поэтому ты так ховаешься. Подождите. Должен поговорить или как? Где камера? Где камера? Сейчас я всем покажу, как кто тут босс, кто тут хозяин. Ну покажи, ё-моё. Тем более, что не так? Мне ж это, назначили прием. Мне можно прийти. А вот. У Айрис через 15 минут. Шоковая терапия. Да по мозгам током фигачит. Да. Вот чёрт. Да уж, лучше не скажешь. Пошли. Так, а ты кто? Понятно, безумно больные мертвые люди. Еще одна камера, включай. Ща я найду камеру, ща я найду ее. Блин, она замечает, а я нет, капец. Как это так? Видишь камеру? Welcome to paradise. Выручай. Вот так вот. Отлично. Интересно, это зеленым мигает именно для нас или... Не понял. Я же вырубил тебя. Какого фига? Давай. А, это ж санитар тут еще бегает, ё-моё. Убили копа? Сегодня вечером? Подождите, мне кажется, игрушку багнул. Или я могу так вот его... А, не, все нормально. Санитарик, иди отсюда. Уйди, Джой, быстрее, пока камера опять не восстановилась. Она восстановилась. Блин, а тут я не пройду. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Нет, я не могу телепортироваться когда. Как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Ну чё ты так? Всё, я вышел, не переживай. Нет, нет. Что делать? Призрачные двери. Иди дальше. Иди в палату Айрис. Нет, нет. Давай, пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. Ёшкин кот. Опять какие-то проблемы. Как мне преодолеть эти призрачные двери? Детективщина нас спасет. Будем разбираться. Или находить другой путь. Это не то, что мне поможет. Так, где какие-то тут улики, я не знаю. А, ясно, я что-то могу проходить. Вам не кажется, или они бы намного больше стали? Капец. Это что, типа обновление? Ой-ой-ой. Идите нафиг, а. Че их тут, они какие-то большими стали, эти, это говно. Все. Что? Это как вообще понимать? О, кот, а ты что тут забыл, а? Тоже с нами решил повеселиться, м? Так. Куда идти? Нет, туда не надо.
Не, реально, что делает эта котейка? Или это может быть похоже просто? Я куда-то упал. И мне кажется, это не по сценарию. Я уже не могу покинуть тело. Что мне теперь делать? Мне кажется, сюда мне не надо было идти. Я просто сюда упал. А, не, надо, надо. Все. Покинуть тело. Бля, вот эти говнари, сколько их там. Так, я уже близко. Я уже ближе к ним подхожу. Давай, давай, давай. Блин, я все испортил. Я все испортил. Я тупо все испортил. Оказывается, другие призраки, точнее, эти демоны тоже могут обнаружить, как мы на кого-то нападаем. Это будет намного сложнее. И как мне тогда это выполнять? Ворона, помогай, спасай. Что не всех в больнице делает, а? Блин, я ни того не убил, ну ё-моё! Капец. Все, забили они на меня. Поклали наконец-то этот долбанный болт. Отлично! Вообще просто... конец. Ну все, ты доигрался, как попал по жесткой программе. Ну теперь ты остался, единственный остался. Все, давай, давай, иди сюда. Бля, говно, понял, что тот пропал, да? Типа, понял, а? И что ты сделаешь? Ну и что ты мне сделаешь? Ну и что, и что? Ты не знаешь, где я, говно, а? На! Так, что там, есть! Наконец-то они все сдохли. И вот вопрос дальше. Как я дальше-то мне проходить, а? Как мне через это говно пройти? О, отлично, я прошел. Отлично. Все, отлично, я прошел. Мысли Джуди. Джуди. Джулии, блин, наплевать. Так. Ну куда мне тут идти? Все, блин, призрачное, опять никуда не могу пойти. А вот. И тут завалено. Да вы серьезно? А, я же тпхаться умею, точно. Куда я вообще попал? Вы что, смеетесь? А, все, все нормально. Фу, я подумал, я назад пошел. Эй, Ронан, ты про меня забыл, что ли? А, ты тут стоишь. А, точно. Так. Все. Че еще? Камеры, камеры. Где тут камеры? Где? Вот, вот это говно светит. Говно с крыши, или как оно там называется. Вау, я прям как свечусь. Как настоящий призрак. Проклятие. Мы с тобой боялись электрошока, но... похоже, уже поздно. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой.
Да все получится, я уверен. Нафига я такой огромный путь сделал? Нафига я целых трех демонов уничтожил? Которые меня палили 20 минут. Не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! Я не буду трогать. Не подходите! Опа! Нифига себе, она меня видит. Круто. Она его видит, лол. Как она кровать так разнесла, а? Кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Я не помню. Может, в мамином досье? Я надеюсь, меня там вообще слышно. Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Обосраться не встал. Она все помнит. Она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Но она уже выход ищет. Какого фига? Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Капец, как она посмотрим, сильная. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Удивительно, что она так кровать разнесла. Изучить. Перевернуто. Разнесла она просто в клочья ее. Арт-терапия. Что себе она тут рисует, малюет? Беспокойство. Это просто рисунки десятилетнего, не, пятилетнего ребенка. Чё-то вообще какие-то знаки можно найти. Ну блин, камера, ну ё-моё, камера, подождите, я камеру настрою, чтобы понять, о чем вообще речь идет. Так, звонарь. Звонарь. Сожжённый на костре. Четыре семи улики. Так, расследование здесь продолжается. Это хорошо. Маленькая комната, это хорошо. Что еще мы здесь имеем? Анализируем. Пытки. Погоня. Замечательно. Что мы еще тут можем найти? Не проходи ты сквозь стены, да? Когда не надо. Почему дверь не открывается? Я же о чем говорил. Она уже выйти хочет. Подписи. Чем еще можно? Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд. Ну и последняя улика, я не знаю, где она. Может, я у врачей узнаю? Нет, расследование именно здесь проводится. Что-то я упустил, что-то я тут стопудово пропустил. Ну вот что я пропустил? Что я опять пропустил? Почему я который раз уже что-то пропустил? А, вот, во, анализируй. На две девочки, связь. Все, все улики. Вывод. Он нам прям это показывает. Очередной убийца. Ой, чё, очередное убийство, о. Нифига себе, он там готовит. Одну утопил и тех сожжет. Ну, это просто капец. Что происходит? Это похлеще, чем мастер оригами. Тихо. Мне страшно. Вообще куда-то в лес их отвел. Алис, беги одна. Нет, нет, беги. Беги! Беги! Давай! Не трогай ее!
Да, после такого явно может Роуз появиться. Роуз спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Шизофрения. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Че, уже сбежать не хочешь? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла. Убирайся! Да хорош орать! Что так было глупо? Айрис, ты в порядке? Не подходи к ней. Она вырубилась. Что за хрень? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Огонек остался. Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Ладно, возможно, Айрис это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Вот же хитрюга, она заперла дверь. А Джой пыталась выбраться. Так, ну я, как обычно, всем помогаю. Я просто так, вы что там думаете? Никогда не привыкну к таким взглядам. Каким взглядам? У безумной девки есть дружок. Так, ну давайте спасать всех про все. Я, наверное, не ту сторону, как обычно, пошел. Так, давайте еще вот тут посмотрим. А, нет, все нормально. Закрывать ничего не надо, все. Так. Тут настоящий кошмар. Никогда не привыкну к таким взглядам. Там звонят или типа такого, давай, иди отсюда. Так, теперь я должен открыть дверь и, наверное, все-таки вырубить камеру. Тут стопудово какая-то говнокамера спрятана, не? Все нормально? Все нормально. А где та, которая с огоньком была? О, Адольф Гитлер. Выбираемся. Надо найти другой путь. А в чем был прикол? Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор... С дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Ну, как его? В великих пытках. Вот здесь вот. Нет, не здесь, вот здесь. А где еще? Ну, столб ты видел... Стол. В полицейском участке. Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Да идем в музей, что медлит? Надо было с самого начала туда идти. Я не понимаю, что со звуком? Где звук? Где звук в игре? Где музыка? Опять какие-то люди стоят. Ничего себе переход такой. Да хорош идти, я никуда не нажимаю, он уже идет. О, все, все нормально. Да, что за... Что за... Лаги, лаги. Ладно, все. Так, автосохранение произошло, и на этом мы заканчиваем, дорогие друзья. С вами был Билл, продолжение вы увидите в следующей серии.
Подписывайтесь, ставьте лайки, оценивайте, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч!